Каспийский трубопроводный консорциум снова приостановит работу. Как сообщают в телеграм-канале Energy Monitor, ситуация сложилась из-за проблем с энергоснабжением на нефтеперекачивающих станциях Тенгиз и Атырау. Эти объекты подключены к энергосетям Атырау-Жарах. Дело в том, что эти объекты до начала мая обеспечивались электричеством по розничным ценам. Срок действия договоренности между сторонами закончился 30 апреля. Руководство ЖКТК еще с начала прошлого месяца начали вести переговоры о переходе на оптовый тариф. Однако договориться с поставщиком электроэнергии не получилось. Дело дошло до суда. Ближе к тому времени, когда срок действия договора заканчивался, аффилированное лицо с Атырау-Жарах сообщило, что решат вопрос сами. Однако уже с начала мая консорциум отключили от энергоснабжения, причем Атырауский суд запретил прекращать подачу энергии, поскольку магистральный трубопровод – стратегический объект. Внезапная приостановка его деятельности может повлечь необратимые последствия для оборудования и перекачки нефти в целом, сказано в решении суда.